До нас сьогодні завітала Наталя Тарнавська, косметолог. Вітаємо тебе. Здравствуйте. Сьогодні ми будемо говорити з тобою про дитячу косметологію, тому що чимало людей вважають, що дітей до косметолога водити не варто. Це вже для дорослих, можна сказати, послуга. Але я хочу у тебе все ж таки дізнатися, чи є дитяча, саме дитяча косметологія? Да, є, звісно, дитяча косметологія. І косметологія – це решение проблем не по возрасту, а в первую очередь по проблеме. Поэтому если у молодой девушки, которой 12 лет, начинаются проблемы с кожей, то уже пора обращаться к косметологу. И детская косметология, она существует, ну, как, насколько детская, больше подростковая, потому что именно у детей редко бывают проблемы с кожей. Они начинаются в так званый пубертатный период, это начало полового созревания подростков, когда дети нуждаются в этой помощи косметолога. Як часто до тебе звертаються підлітки? Саме, можливо, їх приводять мами до тебе? Мамы, тети сами не приходят, только со взрослыми, но это где-то процентов 15, наверное, 15-20 клиентов – это подростки. И они молодцы, потому что они приходят, когда у них начинаются угри, акне. Почему они начинаются в этом периоде? Потому что половое созревание, оно сопровождается гормональной перестройкой организма. Вырабатывается намного больше кожного сала, которое забивает впоследствии поры. Если ребенок неправильно очищает свое лицо, то эта проблема накапливается и выливается вот в такие акне, закупорки, пор. Дети начинают комплексовать, и что вызывает потом психологические проблемы. Поэтому, когда они приходят к нам, да, детям с такими проблемами нужно делать чистку раз в месяц, раз в два месяца, потому что я уже говорила и повторюсь, что кожного сала больше, поэтому его нужно правильно удалять. Ни в коем случае ребенку нельзя удалять это все самостоятельно дома, потому что можно занести инфекцию, которая может привести к демодекозу и более крупным проблемам, которые уже лечатся не у косметолога, а у дерматолога. Готуючись до нашої сьогоднішньої теми, чимало форумів переглянули ми. І ось чимало батьків пишуть, що дітям, підліткам завітати до косметолога варто вже після 18 років, тому що до цього, якщо не чіпати, то і біди не натвориш. Якщо косметолог полізе з чисткою, можуть залишитися рубці, кажуть мами, можуть з'явитися навпаки більше прищечків, більше якихось проблем. Я хочу зараз зруйнувати цей стереотип і розказати, чи дійсно негативні наслідки можуть бути, якщо у ранньому віці звернутися до косметолога? Да, могут быть, конечно, плохие последствия, если косметолог некомпетентный, если он не придерживается элементарных правил гигиены, стерилизации и всего остального. Поэтому как и для себя, так и особенно для своего ребенка рекомендую мамам настоятельно проверять косметологов, смотреть, ну, вот если вы пришли в кабинет косметолога, пожалуйста, обратите внимание, какие дезинфицирующие средства есть в этом кабинете, если они вообще, если стерилизаторы, которые стерилизуют, есть ли ультрафиолетовые стерилизаторы, которые потом просто, в которых хранится инструменты, дабы туда не попала инфекция. Как вообще косметолог обрабатывает руки, обрабатывает лицо ребенка, какие советы он дает ребенку, если очень мало он приделяет внимание чистоте, то я бы лучше отказалась от такого мастера, от такого косметолога. Я знаю, що ти, як мама своїй доньці, все ж таки допомагаєш косметичними процедурами, і ти не з чуток уже можеш сказати, не тільки радиш комусь звертатись до косметолога, а й допомагаєш своїй дитині. Да, моя дочка 13 уже лет, недавно исполнилось, не могу привыкнуть. У нас действительно начинаются проблемы насчет вот угревой сыпи, все-таки возраст дает о себе знать. Поэтому очень важно научить детей умываться. Если они начнут правильно умываться, то, может, они и до косметолога потом не дойдут. Если умываться утром и вечером, смотрите, если кожа у ребенка жирная и уже начинаются какие-то акне, там гнойные высыпания,
то умываться нужно и утром, и вечером гелем для умывания. Ни в коем случае не умывайте, не разрешайте ребенку умываться мылом, потому что мыло, оно, да, оно очень хорошо смывает кожный жир, сало, но в ту же очередь он смывает кожно-липидный барьер, то есть защитную функцию кожи, оно ощелачивает ее. В коже pH должна быть 5,5 где-то в серединку, на серединке, максимум до 7. Если уже pH будет 7,5 и выше, до 8, у нас как идет кислая среда от 0 до 7, и от 7 до 14 это уже щелочь, ну, щелочь, mm-hmm. щелочная среда. Почему у нас на коже кислая среда? Для того, чтобы в этой кислой среде наши хорошие бактерии развивались, а вредные, вредные в ней жить не могут просто. Поэтому нужно умываться гелями для умывания, которые имеют более кислую вот такую среду, ну, хотя бы до семерочки. И совпадают с вашим типом шкиры? Конечно, ну как, не то чтобы совпадают, они просто не защелачивают. Мыло, а там уже где-то 8, 9, 10 уже pH. Mm-hmm. Это щелочь, и мы кислую среду нашу убьем, и... получается, клич такой бактериям. О, давайте сюда, у нас тут щелочная среда, тут можно развиваться. Поэтому нужно подбирать хорошие мягкие гели для умывания для подростков, и мальчиков, и девочек, потому что у мальчиков тоже много этих проблем. Мальчики больше потеют, у них даже немножко больше вырабатывается вот этого кожного сала, и поэтому, если они не будут его убирать, будет больше-больше закупорка и больше высыпаний. Поэтому очень важно умываться гелем для умывания и желательно тонизировать кожу. Тоник должен быть бесспиртовой, желательно. Если спиртовой, то точечно его наносить, не локально. Там должны быть такие травки, как череда, шалфей, которые имеют антибактерицидное свойство. Mm. Вот. Дальше, если уже дальше будут какие-то проблемы, то уже, да, надо обращаться к косметологу или дерматологу. Дитяча косметология відрізняється від дорослої чимось у процедурах? Ті самі чистки, пілінги? Да, конечно, там идут более натуральные все вещества, там идут гипоаллергенные вещества, очень-очень нежные и такие, чтобы никак не навредите. Кожа взрослых людей тоже нежная, но у подростков она немножко другая. И чистки идут намного, намного легче и щадящие, поэтому, мамочки, не переживайте, что вашего ребенка почистят так, что там будут кратеры. Нет, чистки для подростков проводятся очень аккуратно, очень нежно, для того, чтобы не навредить, а только улучшить состояние их кожи. Просто если не водить ребенка, то в 18 лет придет девочка, у нее будут просто когда гнойные высыпания. Что такое гной? Гной – это жидкость, которая выедает кожный покров, ткани наши. Поэтому у девочек появляются такие бугры, кратеры, как после оспы, вот таких заболеваний. Поэтому если она не будет посещать косметолога, а будет или сама давить, или просто будет ждать, пока эти высыпания гнойные пройдут, то в 18 лет она придет к косметологу уже на шлифовку или лазерную, или на дермабразию. То есть для того, чтобы снимать вот этот верхний слой кожи, дабы зашлифовать его. Девочка с такой рубцевой тканью, они более сложно лечатся уже. Это уже другая проблема. Зараз косметологія пропонує дуже багато засобів догляду за обличчям, але не всі можна використовувати для дітей, для підлітків. Що б ти могла порадити, на які процедури варто звернути увагу батькам, коли вони проводять свою дитину з якимись проблемами у шкірі, а ось які процедури варто обмежити для використання у випадку дітей? Подростки – это самые частые процедуры и самые рекомендуемые – это все-таки чистки для того, чтобы убрать гнойные вот эти высыпания и избыточное вот кожное сало, которое выделяется, чтобы его убирать. Это в первую очередь. Вторая очередь – это маски, бактерицидные маски, которые убивают вот эти бактерии, которые усиливают иммунную систему кожи. И третье, они уже не очень популярны, это пилинги легкие для детей, супер легкие. И может массаж по ЖК, есть такой массаж для проблемной кожи, который активирует кровообращение, чтобы кожа быстрее обновлялась.
Інші агресивні якісь процедури ти б не пропонувала? Дермабразії, какие-то там, ну, не дай бог, срединные пилинги, такое, это делать, ну, категорически нежелательно, потому что кожа еще маленькая, она очень долго будет, не то что восстанавливаться быстро, но не надо такую кожу так сильно травмировать. Ни в коем случае инъекции и все остальное, это вообще уже после 30, поэтому... Вот этих три, да, а все остальное даже говорить не будем, потому что все остальное нельзя. Далі, ось які, можливо, проблеми на шкірі, коли тільки з'являються, є дзвіночком для мами, що дитину варто відвести до косметолога? Тому що є чимало мам, які дивляться, ну це ще нормально, це ще потерпить. Коли дивишся і розумієш, варто на це звернути увагу. Это черные точки, висипання до... Ну, если уже до 10 высыпаний на лице, таких воспалительных, то это тоже такой звоночек, что нужно вот вести ребенка к доктору. Или когда у ребенка начинает шелушиться лицо, это тоже звоночек о том, что нужно вести к косметологу, чтобы снять избыток вот этого. Чимало дітей і підлітків уже, не дивлячись то, що це вже дорослі діти, бояться лікарів. А такі процедури, як чистки, пілінги, вони трошки, але болючі. Як ти справляєшся з цим, коли тебе проводять маленьких хлопчиків, дівчаток? Можливо, як допомагаєш їм адаптуватися до цієї процедури? Ну, я їм розказую, що вони дуже молодці, вони дуже взрослі. Я стараюсь не сильно делать им больно. Я же говорю, у нас щадящие очень чистки. Мы разговариваем об этом. Они готовы, на самом деле, они готовы терпеть даже боль, потому что эта чистка вроде... Они придут и расскажут своим одноклассникам, я была на чистке, мне делали такую процедуру. Тебе было больно? Они скажут, да нет, это было прекрасно. В основном они рассказывают так, что они молодцы, они не терпят. Мы разговариваем о школе, разговариваем о подружках, о преподавателях. Разговоры немножко другие, но за разговорами оно забывается. И они даже не замечают, что вот уже процедура закончилась. Поэтому в этом все нормально. И еще одно хотела просто порекомендовать деткам, что и родителям, что нужно водить деток хотя бы раз в неделю, раз в 10 дней в баню, если у них есть какие-то проблемы с акне, чтобы выводить все вот эти токсины, которые у нас есть на коже. В бане уже можно делать какие-то масла, например, мешать миндальное масло с двумя капельками эфирных масел бергамота или лимона. Оно очень круто будет убивать бактерии, вирусы и будет хорошо очищать кожу нашу. Дякую тобі за поради. Такие процедуры деткам тоже нужны. Я думаю, що тепер мами Миколаєва не будуть боятися відвести свою дитину до косметолога, тому що вони розуміють, що це не страшно, головне просто дотримуватись правил. Є не дотримуватись правил правильного вибору свого косметолога для дитини, а далі дитина тільки скаже дякую за гарну шкіру вже у свої 18 років. Да, главное не испортить вот в этом периоде кожу, чтобы уже будучи молодой девушкой, девушка просто могла ухаживать. Но не устранять проблеми, которые она набула вот в подростковом періоді своєму. Я нагадую нашим телеглядачам, що до нашої студії сьогодні завітала косметолог Наталя Тарнавська.